Террористы существовали и раньше. Терроризм в своем изначальном виде имеет русское лицо. Убийство посла, покушение на царя-батюшку, на крупных чиновников – это все родилось и распространилось, родилось в России, и из России стало широко распространяться. Поэтому, если говорить о терроризме сегодня, мы его имеем и у нас внутри, и направлены со всех сторон к нам, но, подчеркиваю, пока нашим спецслужбам удается нейтрализовать это явление. И если я правильно знаю статистику, она довольно открыта и озвучена и МВД, и ФСБ, то примерно из 30, допустим, террористических актов реально 1-2 бывает доведено до конца. Полностью блокировать невозможно. Где-то происходит сбой, прорыв. Но в целом, мы пока себя от таких вещей очень твердо защищаем.